Делать мир здоровее и чище с каждым годом. В Ульяновской области проходит неделя нацпроекта «Экология». Местные коммунальщики поделились результатами и планами в сфере переработки и утилизации отходов. 29% на настоящее время отходов уже направляется на вторичную переработку. Вот, само собой, на этом мы останавливаться не будем и планируем как бы развивать это направление. И чтобы помочь, соответственно, и региональным операторам и муниципальным образованиям, из бюджета Ульяновской области в этом году будет выделено порядка 6 миллионов на обустройство контейнерных площадок. В прошлом году в Заволжском и Чердаклинском районах установили 87 контейнеров для раздельного сбора мусора. Летом планируется расширение штата. Баки установят рядом с садовыми товариществами. По словам профильных специалистов, ульяновцы охотно поддерживают экологический тренд. В начале, когда их только установили, очень часто в данные контейнеры скидывали и обычный мусор, но со временем все больше и больше именно чисто пластика попадается в контейнеры, все меньше обычного мусора. Далее отходы отправляются на сортировку и переработку. Мусор доставляет в полуавтоматический сортировочный комплекс, введенный в эксплуатацию в 2018 году. Предприятие находится в Левобережье, близ села Красный Яр. Работники комплекса обрабатывают 40 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. 2019 год мы отсортировали отходы и сдали в переработку более 30 тонн. А в 2020 году этот процент выборки значительно повысился, более чем в 10 раз. И в прошлом году, в 2020, мы сдали в переработку уже 350 тонн вторсырья. В работе людям помогает барабанный сепаратор и 14-метровый ленточный транспортер. Утепленная сортировочная платформа рассчитана на 18 постов. В крытом павильоне сортировка проводится ежедневно и в любую погоду. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости УПРАВДЭ ТВ.